А Кучерявый вообще бухает целыми днями. Я сегодня сказал, все, сегодня я кремень. Сегодня нет. Все, Варламов попался. Полиции. Лучше пить, чем вот это вот все. Нормально вообще, вот как вот так вот взять и до крови съездить на Ближний Восток. Ой, рядом с тобой мне стыдно. Всем привет на этом канале с Картавым ведущим и обзором стран третьего мира. Вот о какой ситуации я расскажу сегодня. Никогда в моей практике не было так, чтобы у двух вместе путешествующих людей были, ну, абсолютно разные бюджеты, а главное, запросы. Я парень очень аскетичный в жилье, неприхотливый и непривередливый в питании и в выборе напитков и в меру экономный в деньгах. У меня принцип потратить поменьше, но при этом получить максимум эмоций. Вы сами знаете, с кем я ездил в Сирию и Ливан. Попутчик у меня вино дешевле $30 в рот не возьмет. Потому что тебе, когда меньше $30, невкусно. Что ты из меня делаешь урода гламурного? А селится только в пентхаусах делюкс. У меня же, например, делюкс может встретиться только, ну, разве что в Макдональдсе. Я обычно беру на себя всю организацию и логистику в путешествии. Но забронированный мною достаточно бюджетный отель и его бронь была Варламовым выброшена в мусорку. Можно сказать, отверг на корню. Ну, правда, чтобы я не очень расстраивался, заселил за свой счет в отель в цыганской стилистике. Во! А на обратном пути из Сирии снова в Ливан заселил нас в бейрутский Редисон. Ну, в общем-то, тут все и началось. Традиционная ситуация. Илья доплатил за свой номер $40 за, так сказать, за апгрейд. То, чтобы он был, ну, как бизнес-номер, да, бизнесмен. Идол. Копейки. Но ему достался точно такой же, как и мне. То есть чувака просто развели на $40, а ни за что. Мы прислали друг другу фотографии, сравнили, все абсолютно одинаково. Мы когда заселялись в отель на ресепшене, у меня были самые простые номера забронированы, поскольку я знаю, насколько аскетично Петя любит проживать. И меня на ресепшен человек спросил: слушай, можно за $40 проапгрейдить номер до большого, в нем будет кофемашина, кроме того, будет доступ в лаунж специальный, кроме того, будет включен завтрак. Почему-то в отеле стоимость номеров, в котором почти $100, за завтрак нужно платить отдельно. Ну, в общем, это все стоит $40, я так подумал, ну давай, да, хорошо. Потом приходит Петя, Петя задает тот же самый вопрос. На что Петя говорит: нет, пошли вы в жопу, да, я не бизнесмен, какие $40, я не дам ни копейки, не дам. Чувак на него смотрит, говорит: блин, ладно, я ему тоже, поскольку он твой друг, я вижу, ты хороший человек, я вижу, да, у тебя просто вот друг не бизнесмен, но я, поскольку он твой друг, ему тоже сделаю апгрейд комнаты. Он будет жить, чтобы вы жили в одинаковых комнатах, чтобы у него тоже была хорошая комната. Петя заселяется в гигантскую комнату, которая по размеру, я не знаю, она как теннисный корт. И вместо того, чтобы сказать спасибо, что делает Петя? Он пишет мне: ха-ха, Илья, ты лох, потому что ты заплатил $40 за то же самое, что и у меня. Вместо того, чтобы сказать: Илья, спасибо, что благодаря тому, что ты заплатил $40, мне тоже проапгрейдили комнату, и у нас теперь нормальная комната, мы не живем в клоповнике. Нет, Петя начал издеваться, хохотать, ходил, хорохорился здесь весь вечер. Я даже немножко ерепенился. Ерепенился? Но это же ночью. Да. Сейчас я прихожу на ресепшн, человек скажет: все ли было хорошо? Вот. Я бы говорю, все было хорошо, кроме того, что у нас были одинаковые комнаты, потому что Петя не оценил ваш подарок. На что чувак на ресепшене пообещал, что если еще раз этого мальчика в кольцах и с ирокезом увидит в этой гостинице, им дадут самую маленькую комнату, без окна, с раскладушкой, еще около бойлерной, щитовой, чтобы там у него ходуном эта раскладушка всю ночь ходила. А вообще, Илья, если все так, то спасибо. Наконец-то, Петя, вот хоть первый раз от тебя хоть какая-то благая, хоть доброе слово о тебе. Выставление приличных людей мудаками, вот все, на чем строится твой канал. Золотые ворота, золотые, как в Крыму, как тебе? Очень хочется залезть, хочется вот мне залезть туда. Мне хочется, Петя, чтобы ты научил меня стильно одеваться. Пойдем в магазин уже, купим мне нормальную одежду. Я хожу как бомж какой-то, рядом с тобой мне стыдно. Можно мы пойдем и купим мне нормальную одежду? То есть ты хочешь оттенять? Оттенять тебя, хоть немножечко.
Что ж, прогуляемся по Бейруту. Смотри, как прекрасно это. Можно сказать, не хватает только со своими фигурами тут надо приходить. Ты в колонии, зачем я должен был научиться делать эти рукоятки ножей из капельниц, рыбку эту, которую подвешивают, и фигурки из хлеба? Чувствую, что пора купить хлеб. Нужно вот внести какой-то движ в наше путешествие. Ну, что ты там смог? Да! Вот весь срез мужских, так сказать, увлечений ливанского общества в одном месте. Здесь какое-то нереальное количество загорелых, голых мужиков. 45+. Мне здесь не нравится. Летом и осенью мы приходим сюда. Кто-то играет в карты, вот как те мужчины. Кто-то загорает, кто-то просто сидит, болтает. Это каждый день? Да, ежедневно. А совсем недалеко от клуба раздетых мужиков такое сосредоточение, и, в общем-то, еще тоже какой-то клуб одетых мужиков стоят и рыбачат. Уже второй месяц Дынечка ежедневно занималась по скайпу с репетитором английского. Hello. Hello. When I begin? Когда я уже начну говорить по-английски, мистер Фримен? All right, hold your horses, I'm old. Слушай, а он точно репетитор вообще? Не староват ли он для этого? Дед, мне кажется, твоя метода не работает. Я вот решил ее в другую школу перевести. English. Называется. Во-первых, сразу дается бесплатный вебинар, как понять английский язык за 2 часа. И вебинар этот ведет Алекс Рубанов. Слышал про такого? Он, во-первых, справит самые грубые ее ошибки в произношении, ну и покажет реально действенный метод для скоростного запоминания слов. Вместо всех вот этих твоих уроков, которые вообще ничего не дали пока. Там всего 2 часа, это, конечно, только начало, но оно работает, и об этом говорят 30 тысяч учеников ежегодно. You were serious today. Ну потому что у нас результатов нет. Нет, это вы должны понять, к чему все идет. Я ее перевожу в школу English. А для того, чтобы записаться на бесплатный вебинар, надо перейти по ссылке в описании в этом видео. Когда-то это был телецентр, а сейчас сделали из него такой... Короче, когда-то это был телецентр, пострадавший в годы гражданской войны. Ну так и оставили. И, в принципе, это самое живое здание в этом районе. Все остальное. Здесь все аккуратненько, аккуратненько положено. Плиточка, аккуратненькие ограждения, урночки. Да скукоты просто. Блин, маршрутка наша уехала. 76-я на Перекоп. Могу сказать, что Бейрут это вообще город не для прогулок. Максимум еще по набережной туда-сюда, но дальше в центре это какой-то пиздец вообще. Просто. Блядь, заебали, они ездят как, блядь, я вообще не понимаю. Ходить вообще невозможно. Они едут куда-то, едут. Что за хрень это вообще? Я не понимаю. Ой, господи, как здесь скучно-то. Почему не надо обязательно искать говно? Почему мы не можем показать настоящий Бейрут? Бедный, хороший. Почему нельзя... Ну, как-то объективно показывать город. Это же все можно рассказать за 2 минуты, по большому счету. Вот есть люди, вот есть у людей деньги, вот суббота, вот все хорошо. Мне здесь очень неуютно. Эти несколько часов мы проводим в изящном квартале с множеством памятников современной архитектуры. Вот, пожалуйста, например, построили что-то из Захи Хадид в центре Бейрута. Немного напоминает, как удав съел слона в одноименной композиции Антуана де Сент-Экзюпери, только без удава. А еще если в стране была гражданская война, как, например, в Бейруте, то все это конкретный новодел. Может быть, конечно, по старым образцам, но все равно тот вот дух, за который называли Бейрут ближневосточным Парижем, утерян. Офигенно. Вот
вот это охуенно. Этот памятник стоит на границе между Восточным и Западным Бейрутом, где в середине 70-х началась гражданская война. И главное, непонятно, ради чего ее замутили. Засвистели пули, многие из них принял на себя сам монумент. Ливан в руинах, а площадь и тем более превратилась в пусты. Вот эти шокирующие фотографии окружения этого монумента в 80-х, 90-х, нулевых говорят о многом. Закончилась, так сказать, гражданская война, и Израиль начал бороться с Хезболлой, и опять все по новой. Короче, мы находимся в мечети Мухаммеда Аль-Амина, которую построил Рафик. Ну, Рафик — это не житель Карачаева, Черкесии или Армении, это такой бывший премьер-министр. А я даже ради такого случая сегодня носки чистые надел. Очень красиво внутри. Красивее, чем в Грозном. Слушай, а ты еврея можешь убить? Я чувствую себя в безопасности. Но все-таки хорошо, что мы живем в разных номерах. Вот для чего нужны, оказывается, эти гостиничные перестановки. Обычная исламофобия. Не ограничимся одним Бейрутом. Покажем и ливанскую глубинку. Для невникающего и обычного человека, который думает, что Аль-Джазира – это официальный телеканал Аль-Каиды, слово «Хезболла» находится где-то в недрах, глубоко в недрах террора. А для многих ливанцев это даже какой-то повод для гордости. Если коротко, то Хезболла хотела создать на территории Ливана что-то, что создал у себя Иран в конце 70-х. Но потом война с Израилем, поставки калашей. Короче, такая команда сопротивления Израилю. Ехать в музей Хезболла из столицы Ливана по времени, ну, прилично. Но съездить стоит. По дороге то и дело будут встречаться разрушенные израильскими бомбардировками дома. Музей сделан хорошо, хотя, как по мне, экспозиция представляет из себя малоинтересную для любого пацифиста груду военного металла, сваленного в отдельные котлованы. Экспозиция сделана таким образом, что ты вот начинаешь ее наверху и по спирали выходишь к нижнему ярусу, где, в общем-то, все вот эти экспонаты, которые видны только сверху. Покажут пропагандистское кино о том, какие Хезболла хорошие, а Израиль падет. Движение носит имя Хасан Насралла. Насралла был лидером движения Хезболла. Ну, такой, как обычно, по всем канонам, бородатый мужик в челме. Его портрет, телефон, та самая челма и коврик для намазов. Вот все, что из себя представлял его так называемый офис. Движение и партия Хезболла почти всеми передовыми странами признана террористической организацией. А вот в России, например, нормально. Бункер и 200-метровый тоннель, рассказывающий о жизни членов Хезболлы во время войны 2006 года, заканчивается развилкой на туалет и линию огня. Видимо, чтобы со второй знали, куда бежать. Ну а детишкам орудие, направленное в сторону Израиля, конечно, нравится. Их тоже можно понять, как, впрочем, и их родителям. Где-то есть даже аттракцион «Пострелять по евреям». Но я приехал со своим. Чё, когда-нибудь придёт твоё время? Давайте ещё раз, это чьи? Ливанские. Это ливанские? Так. Да. Это, значит, это беспилотники террористов. А наши где? А это там израильтяне. Есть даже сувенирный магазин. Так, здесь вот есть... атомная бомба есть американская? Насрала у нас.
Ну, раз Хезбалла в России разрешена, то почему бы не разыграть пару сувениров? Два боевика, один с автоматом Калашникова, а другой с лидером движения Хасаном Насралой, может выиграть любой из вас, кто в моем аккаунте в Инстаграме оставит под... Ну, последняя фотография, она как раз будет вот с этими поясами. Любой абсолютно комментарий. Потом рандомная программа выберет двух счастливчиков. Ах да, у нас накопилось уже достаточно большое количество поясов, которые мы до сих пор не разыграли. Открытки и майки из Эфиопии. Этот розыгрыш мы устроим в ближайшее воскресенье на этом канале в онлайн-трансляции. Расскажу что-нибудь, отвечу на ваши вопросы, ну и вот и будут вот эти розыгрыши. Всех жду в это воскресенье в 8 вечера. А это именно те, кто задонатил в пользу этого канала после минувшей серии. Именно на донаты в большей степени продолжает существовать канал. Не будет их, не будет здесь вообще ничего. Когда мы были в логове террористической организации, наш водитель подготовил нам красоту. Да здравствует Израиль. Похож на еврея. Да, да, да. Да, кипу, песни, и будет нормально. Какие песни знаешь еврейские? Он не знает. Ты говорил... Давайте споем. Давай. Хава, нагила, хава, нагила, хава. Ага, хава. Хава? Хава Нагила. Хава Нагила. Хава Нагила. Хава Нагила. Хава Нагила. Хава. Лошамия. Вот смотри, как мы вас помирили, можно сказать, между собой. Вот вы ехали в контрах, а сейчас, смотрите, единое целое, можно сказать, почти. И о чем мне это? Не напоминает, товарищ? Нравится? Это гимн Израиля, вот. Чуть два раза не потеряли багаж. Открылась во время езды багажная дверь у хаби. И чуть наши чемоданы не остались на дороге. Город Сайда, как и все города Ливана, расположен на Средиземном море. Естественно, что Сайда побратим Сочи. Совсем недавно тут почистили и реконструировали старый город. Был срачен, теперь нормас. Мы прошли палестинский квартал, портреты Ясера Арафата, флаги палестинской автономии. Говорят, здесь много ребят из того региона. Это единственный действующий исторический хамам на территории старого города. Стоимость одной сессии пребывания 15 тысяч. И, в принципе, ты платишь эту сумму и сидишь сколько хочешь. Проходя по старому городу, мы не могли не заглянуть в фотомастерскую и сделать, так сказать, групповой портрет из двух человек. Пошли посмотрим, как это в итоге вышло. Коллектив фото. Для портрет. Для портрет. Для портрет de deux personnes. Нужно, чтобы фотография была такой, чтобы мы вернулись в Москву, показали ее, и все наши друзья захотели поехать в Ливан. А будет какая-то подложка из райских птиц там вот сзади, бэкграунд, а он сможет заменить? Да, вот. Нам это и нужно. Да, да, да. Пусть он художник, пусть он творит. Собираю наши встречи, наши дни, как на нитку. Это так долго. Я пытаюсь позабыть, но новая попытка колет иголкой. Расставляю все вместе по местам, крепче нервы
больше верить день за днем, да гори оно огнем. Только мысли все о нем и о нем, о нем и о нем. Я к нему поднимусь в небо, я за ним упаду в пропасть. Я за ним измени гордость, я за ним одним, я к нему одному. Сейчас будет магия проявки цифровой фотографии. Очень ждем. Ну, маэстро, начинай. Не надо на художника давить. Полная свобода тут. Карт-бланш, как говорят в Албании. Чувак зачем решил записать это на диск? А диск я куда вставлю? CDRV, вот это. Болваночка. Серия про то, как это делается в индийском фотошопе, можно посмотреть вот здесь. А сейчас мы заценим ливанский аналог. Блестящая работа. Давай подпишу. Петя и Илюша в Ливане 2019 года от Рождества Христова. Меня же все равно тянуло в гетто, в такие, ну, полунеблагополучные кварталы, особенно на ночь глядя. Зашли в какую-то кофейню, ну и понесло. Хочешь сыграть? Давай. Ты что, играть не умеешь? О, давай, замедлим. На празднование третьего гола парень от меня просто сбежал. Ну вот, на самом деле все достаточно, ну так, спрашивают, что за дела, кто такие, но, в общем-то, все абсолютно нормально. Я вообще не очень люблю Ближний Восток. Интересно, вот как бы Сирия в ее текущей ситуации, но весь остальной вот этот регион, что Катар, что Эмираты, что Иордания, что Египет, ну это как-то вот такая обширная арабская глобализация. Одну страну от другой вообще не отличишь. И Ливан в том числе. Площадь звезды. Place de l'Étoile. По прототипу той самой парижской. В любой точке земного шара вам обязательно встретится ливанский ресторан. Я видел ливанские рестораны и в Сьерра-Леоне, и на станции метро Беляева. А вот в самом Ливане похарчеваться не так-то и просто. По крайней мере, с варламовскими запросами. Он выбирал самые дорогие рестораны. Ну, я так и подумал, что если он ниже этого уровня опуститься не может, уйти, так сказать, в разумный бюджет, то пусть он за все за это и платит. Вот так вот. Да, я просто переживаю, что в такие заведения в моей майке просто нельзя. Охренеть, в ресторан и лифт. Я просто хочу поесть. Илья, я недоволен. У них не было на сайте часов работы. Зазыли красиво. А мы вот эти 2 километра ради того, чтобы на красоту ливанского особняка полюбоваться шли. Ой, да. Почему люди не могут просто взять и спокойно, нормально поесть? Я не понимаю, почему они... Сейчас 6 вечера. А, ты думаешь, отсюда? Да. А может, они работают? Что тебе сказали? Что они работают с 8.30 и более того, нужно резервироваться, потому что на сегодня все, фул. Хорошо, мы продолжаем искать роскошный ресторан в Бейруте. Шел второй час поиска изящного и пышного по интерьерам ресторана, в котором его солнцеподобный лик захотел бы откушать. А вот этот чего? Я хочу взять куриную печень, маринованную в лимоне и гранатовом соусе. И все? Еще есть какие-то птицы, ну просто some birds. 6 штук. Хумус, берем хумус с орешками, точно берем. Ну как бы я взял бы кебаб, да, надо кебаб взять. Один? Баранина на этих. Мне кажется, надо его взять, который шеф рекомендует. Нет, для меня просто воды.
Stillwater. А вообще Варламов молодец. Как вот он в Сирии вот с этим дедом Михалковым зарубился в этом споре. Любо-дорого было посмотреть. Молодец, чувак. Ладно, зашли внутрь. Угу. Обстановка, я вам скажу, как в Лувре. Нормально вообще, вот как вот так вот взять и до крови съездить на Ближний Восток. Я потянулся за бесплатной книгой, которая лежала в гардеробе, и, поднимая голову, напоролся на какой-то штык. Петя как выпьет, он то наебнется у себя в номере, то разобьет себе голову. Так, господа, кто его сюда пустил? При этом, я хочу сказать, что вчера Петя стойко сказал: я не буду пить, Илья, отъебись от меня, я не буду пить, я не буду пить. И вчера он не выпил вообще ни грамма. Я выпил, он нет. Сегодня он такой: ну ладно, давай, за конец путешествия бутылочку выпьем. Блять. Ну, я считаю, что отличнейшее завершение поездки в Сирию и в Ливан. Ну, невозможно было бы вернуться из этих стран без крови. Ну что, на этом все. Каждый из вас обязан посмотреть эту серию как минимум два раза. Пишите комментарии, как решать такие проблемы, если вдруг они у вас случались в путешествии, когда различные и бюджеты, и запросы. Проверяйте подписку. Вообще, заходите на этот канал чаще. Ну, хотя бы раз в неделю. Вдруг, как обычно, YouTube оповещений не пришлет. И ставьте лайк, это обязательно. Или дизлайк, это тоже обязательно. Любой фидбэк на благо этому каналу, не забывайте об этом. Засылайте донат, если у вас есть к этому предрасположенность и возможность. Ну и чао!